Привет, народ! Сегодня я занимаюсь заменой водяного счетчика. Ну, кто смотрит мои видео, то знает, что я купил старенький домик. Ну, а кто не знает, то я вам говорю. Счетчик у меня находится в подвале. Мне надо его будет перенести вот в это место. Вот сюда. То есть надо будет расковырять вот ту трубу, откуда вот выходит. Счетчик норма. Покупала его в Питере, на Краснопутиловской. Магазин Сатурн называется. Там вообще копеечные счетчики. Ну и вот то, что у меня в семерке инструменты были, нашел что-то более-менее подходящее, так как весь мой инструмент сейчас в Кингисеппе. Завтра, скорее всего, буду менять ведро, вот это, которое стоит, на какую-нибудь канализационную трубу, потому что уже надоело это ведро выносить. Вот. Но я сильно в дом вкладывать деньги не хочу, потому что я еще не определился, что с ним делать. Развалить его или, может, когда-нибудь в будущем продать. Давайте с вами спустимся в подвал. Опа. Как дожди пройдут, здесь сыровато становится. Так. Смотрите, вот идет счетчик. Представляете, да, каждый месяц показания снимать здесь. Здесь перекрывается. Я сейчас перекрою, откручу. Здесь будет вертыш, чтобы можно вот эту ПВХ-25 трубу прикрутить. Ну и выведу эту 25-ю трубу, минуя вот эти все коротышки. Вот, вот там в углу. Вон. Пока пускай будет без этого полива, что я постоянно набирал бочку. Потом что-нибудь придумаю. Пока дешево и сердито. Вот так я вывел 25-ю ПВХ трубу. Без всяких уголков. Напоминаю, что делаю эконом. Не знаю, что буду с этим домом в дальнейшем делать. На вот этой гибкой трубке решил сэкономить и вот эту старую воткнуть. Вот я замотал. Здесь воткнул ее. Пойдет. Это вот капает с бойлера. Вот, который он тут висит. Теперь достал этот старый счетчик. Надо сгоны перекинуть на новый. Сорвать пломбу. И поставить его уже на место. Я звонил по телефону. Сказали, что по звонку я вызываю человека из водоканала, и бесплатно пломба ставится на новый. Здесь не будет никаких проблем. Если кому любопытно, смотрите, как здесь получилось у меня. Обычная муфта соединяется с шаровым краном, вот этим старым, и идет 25-я ПВХ труба. Я ее отрезать не стал. Вот. И так как была по длине, так и здесь я оставил. Мало ли, может, когда-то надо будет перенести счетчик. Теперь здесь та же 25-я ПВХ труба, идет муфта, вот соединен новый счетчик и вот эта гибкая подводка. Так вот по-колхозному я армирующей лентой ее прикрутил. Пойдет. Может, завтра, послезавтра этот дом буду сносить. Соединение я производил, используя такую ленту сантехническую. Вот. Это куплен в Леруа Мерлен там за 100 рублей. Самое дешевое. Ну вот, все. Всем спасибо и пока.